В наш час, нестабільний час, погодься, що він не дуже стабільний, люди часто скаржаться на те, що в житті так мало прекрасно. А ведь это правда, ведь каждое утро мы просыпаемся и готовы к борьбе, к жизненной борьбе. И каждый раз мы просыпаемся и думаем, ну что на этот раз? Ну неужели плохое настроение? Неужели отсутствие солнца? Неужели опять злые, недобрые люди? Проблемы жизненные, ну и так можно до бесконечности. В мене так багато спогадів відносно твого монологу. Злые языки – це перший спогад. Другий спогад – це вірш Самуїла Яковлевича Маршака «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба». А третій мій спогад, що незважаючи на все те недобре, що іноді відбувається в нашому житті, тут так багато прекрасного. Я согласна. Іноді буває, їдеш так містом, зупиняєшся, відкриваються двері, і ти попадаєш в якусь справжню казку. Варто іноді, коли ти їдеш на автомобілі або на загальному транспорті, або просто коли йдеш по вулиці, підіймати голову від землі, від калюж, від, можливо, не дуже добрих доріг, і бачити навкруги щось прекрасне. Так, оп, о, цвіточний дом. О, зашел. Могу сказать, что в этом месте, в этом доме можно лечить депрессию. Вот. Или любые другие болезни. Вот. Угу. Мы починаємо. Програма «Сноп» – нічого зайвого, крім смаку. Нам, як завжди, є багато чого цікавого розповісти вам сьогодні. І традиційно Настя Демідова, Блекджек. Ми починаємо. Чуєш? Хтось стучить. Це дятел. Это дятел. Это не дятел, это слесарь Василий Петрович. Ремонтирует кран. Да, Настенька, а фамилия у него Дятел. Может быть. Настенька, понимаешь, какое дело? Раз мы программу начинаем, и мы находимся, ну, просто в удивительном месте, где все пахнет цветами, где... Что, хочешь подарить мне цветы? Столько зелени, где столько красок. В отличие от того, что происходит на улице, серо как-то так, серо-туманно. Так вот, я подумал, скоро же Новый год. Да. Это важно. Да. И именно поэтому, раз мы в таком месте, я хотел бы подарить тебе такого удивительного, красивого и шикарного зайца и поздравить тебя с наступающим. Боже, какой хороший зайка. Посмотри, какая прелесть. Это была реклама, друзья. Ну. Мы начинаем работу. Успокойся. Успокойся. Это мой заяц. Мы начинаем. Отдай зайца. Ой, хороший. Ти знаєш, коли я був дуже-дуже маленький, в мене в дитинстві була така книжка. Вона називалася «Снігова королева». Ганс Крістіан Андерсен. Так от, на одній з сторінок, до речі, моїх улюблених сторінок цієї книжки, я з дитинства запам'ятав дивовижний малюнок, коли Герда розкриває калітку в королівський сад. А звідти, боже мій, якісь просто надзвичайні квіти. І я от з самого дитинства думав, цікаво, як вона, ця Герда, все це пережила. Слушай, ну я могу тебе сказать, что, во-первых, ты сейчас как Герда, и ты можешь почувствовать себя Гердой, а во-вторых, тут даже не надо, собственно, и заглядывать под калиточку, тут можно просто приехать, открыть эту дверь и насладиться всей этой красотой. Кстати, ты знаешь, что этот цветок называется пуансеттия или рождественская звезда? Знаешь ли ты, что в Америке именно вот это растение является символом Рождества? Серьезно? Да, что этими цветами украшают не только двери, дома, столы, а также этими цветами украшают весь рождественский ужин, который готовит каждая американская хозяйка. Тоді я додам ще дещо. Пані та панове, торговельний центр «Цвіточний дом». Запрошую вас подивитися на все прекрасне, що відбувається у світі квітів, і, до речі, не тільки. Святкові прикраси, новорічні дива, ялинки від ось таких і ось таких, Санта-Клауси і Діди Морози від ось таких до ось таких, іграшки, сувеніри, картини, горщики, вази і, звичайно ж, квіти. Океан квітів, всесвіт квітів. Анастасія, з наступаючими святами. Это же рождественская звезда, я ведь мечтала о ней. Знаю, знаю, знаю. И вас запрошуємо. Новый год и Рождество – это тепло домашнего очага, большая семья и родной уютный дом. Дом, в котором круглый год растут цветы.
Студия флористики и декора «Цветочный дом» удивит необычными яркими подарками, которые приведут в восторг ваших близких и любимых. Ведь так прекрасно зимой получить в подарок живые розы или тюльпаны. Гортензия в горшке и нежно-розовая азалия, бесчисленные орхидеи и декоративные хвойные растения. Эти свежие и настоящие подарки ждут прямо под елкой, когда часы пробьют полночь. Флористы «Цветочного дома» с душой создают оригинальные эксклюзивные композиции для вас. Искренний подарок, в котором есть все – вкус, эмоция и чувство прекрасного. Цветы – самый лучший подарок, беспроигрышный вариант. Запах ели, Дед Мороз под елкой, мягкие новогодние игрушки и игрушки ручной работы изящно украсят дом и создадут праздничное настроение вам и вашим гостям. Модные предметы интерьера и яркий декор, современный стиль и необычное цветовое решение. Все это заботливо подберут наши специалисты студии флористики и декора «Цветочный дом» для создания вашего индивидуального стиля. Здесь порхают ангелы, растут лимоны, улыбаются куклы и распускаются цветы. Это сказочный дом. Приходите в «Цветочный дом» за желаниями, и в новом году они обязательно исполнятся. «Цветочный дом» ждет всех в преддверии Нового года. Наши мастерицы помогут вам создать незабываемый подарок, который порадует ваших близких и любимых. Мы хотим, чтобы праздник был в каждом доме. Анастасія, напередодні Нового року, я не знаю, як ти, а я все життя мріяв хоча б один разочок, хоча б на одну секундочку, хоча б, ну добре, не на секундочку, хвилин на п'ять, постояти за прилавком продавця. Серйозно? Ну розумієш, щоб так люди підходили, я запитував, чого вам? Вони, дайте мені свічку. І я... Так я тебе більше скажу, здесь на самом деле вот эти, как ты называешь их продавцы, они настоящие флористы. И помимо того, что они продают и дарят людям вот такие замечательные подарки, они их еще и делают своими руками. Поэтому я бы на твоем месте здесь, на этом месте не особо задерживалась. Добре, але я про інше зараз. Да. Напередодні свят, якщо ми вже говоримо про активні продажі, я хотів би запитати тебе ще дещо. Ну давай. Скажи, будь ласка, що найцінніше в тілі людини? Серце? Ні. Душа? Ні. Дай угадаю, почки? Голова. А, голова. Голова. І дуже важливо, щоб ця голова, безцінна голова, я зараз про свою, звичайно, щоб ця безцінна голова гарно відпочивала. А як має відпочивати гарна, безцінна голова? А я предлагаю налить, вот если вот раковину, например, мартини, и туда опустить эту голову, то болеть она не будет, ну, во всяком случае, до утра. А еще можно... Все вы жартуете, Анастасия, але це не так. Ну, це альтернативний варіант відпочинку. Ладно, я так понимаю, що у тебе є ответ. Голова має відпочивати на подушці, на якісній подушці. І ми запрошуємо вас до матромаркету, де є для вас спеціальна, унікальна пропозиція. Перед Новым годом запланируйте обязательный поход в матромаркет, чтобы приобрести себе хороший и качественный сон на несколько лет вперед. Скоро Новый год, и матромаркет приготовил свои подарки для вас. Магазин матрасов номер один в городе приготовил для вас акцию. Покупая ортопедический матрас торговой марки «Авиланта», подушку торговой марки «Авиланта», вы получаете с огромной скидкой минус 30%. Говорить о подушках можно очень много. Не постесняемся сказать, что выбор их – это целая философия. Разработка идеальной подушки – долгая и сложная работа. Не такая, конечно, как работа над космическими кораблями, но очень к ней близко. Материал «Меморик» – это залог хорошего сна. В матромаркете таких подушек насчитывается около сотни разных моделей. Как же среди огромного ассортимента выбрать ту, которая подойдет именно вам? Следует обратить внимание на два основных свойства подушки. Это правильная ортопедическая форма и качество самого материала, из которого она сделана. Самое качественное сырье, на наш взгляд, мы нашли в Италии. Оно состоит из современнейшей пены,
компоненты, которые на 80% состоят из касторового масла. Выбирая подушку, следует учитывать вашу привычку спать в определенной позе и даже вашу фигуру. Эта подушка повторяет воду. Когда вы ложитесь, она поддерживает вас подобно воде, не создавая никаких дополнительных нагрузок на ваше тело. В Матрамаркете все подушки вы можете увидеть без наволочек. Изучить их форму, почувствовать запах эфирных масел, которыми пропитан материал. Всем известно, что комфортный сон достигается не только качественным матрасом, но сочетанием матраса и хорошей ортопедической подушки. В Новый год с новыми ощущениями, которые подарят вам подушки из Матрамаркета. Анастасія, чи знаєш ти, що багато імен, які ми використовуємо в нашому житті, колись комусь були присвячені і хтось колись їх, власно, і придумав? Ну, це розуміється, якщо зірки зажигаються, значить це кому-то потрібно. Дивись, що ти знаєш, наприклад, про олів'є? Я знаю, що соус к этому салату придумав один знаменитий француз. Що ти знаєш про безе? Я знаю, що цей крем, який запікається в духовці, теж придумав один із французів. Слухай, одна Франція везде. А що ти знаєш о кардигані? Кстати, нічого не знаю, кроме того, що це вид кофти. От і завтра, точніше, чому завтра, і зараз, ти дізнаєшся саме про це. Інтересно. Інтересно, чого я сказав завтра? Слушай, давай до завтра. Ну, голова болить, надоел ты мне. Да? До завтра? Да. Давай завтра расскажем все. Пожалуйста. До завтра расскажем, почему я сказал завтра? Да. А кардиган, кстати, это был пятый граф. А кардиган, пят... Короче, да. Смотри. Да. Классический кардиган – это одежда свободного кроя, отличающаяся легким весом и позволяющая обеспечить свободу движений, при этом отлично защищая нас от холода и ветра. В сухой прохладный день кардиган вполне может заменить даже тяжелое пальто. Классический кардиган считается элементом базового гардероба. Отдаленно похожие на современные кардиганы-кофты носили северные рыбаки еще в IX веке. Затем, в 17 столетии, прообразы современных моделей стали надевать простолюдины в Великобритании и Франции. Одеждой аристократов кардиган стал лишь в 19 веке, после того, как во время Крымской войны их начал использовать британский военачальник Джеймс Томас Брюденелл, седьмой граф Кардиган. Он был известным дэнди, а его полк считался самым элегантным в Европе. Граф Кардиган, который командовал кавалерийской бригадой во время знаменитого Балаклавского боя в октябре 1854 года, считал, что он и его войско должны выглядеть безукоризненно в любой ситуации. После войны кардиганы приобрели особую популярность среди гражданского населения Великобритании. Особенный успех они имели среди преподавателей, которые подолгу сидели в промозглых библиотеках. В США студенты американских университетов Лиги Плюща стали носить шерстяные кардиганы поверх белых рубашек. Очень скоро комплект из классической сорочки и кардигана стал одним из основных в мужском гардеробе. Студенческая форма также стала предпосылкой появления стиля smart casual, который сейчас вписывается в достаточно строгий рамки делового дресс-кода. Несмотря на всю свою популярность, в мировую моду кардиганы вошли лишь в 20 веке. В то же время они стали частью женского гардероба. Самыми первыми модели свободного силуэта с широкими проймами и накладными карманами появились в 1918 году у Коко Шанель. Она предлагала носить кардиган с прямой юбкой, создавая таким образом костюм. Пик популярности кардиганов пришелся на 50-е годы, правда, в то время кардиганы носили только европейские женщины. Стали появляться новые модели, удлиненные, приталенные, с V-образным вырезом вместо первоначального круглого. Было модно носить трикотажные двойки, джемпер и кардиган из одного материала. В конце 50-х годов распространению кардиганов среди обычных людей немало поспособствовал Голливуд. Так, например,
Мерлин Монро в своей последней фотосессии снималась на пляже в длинном кардигане. В 60-х годах 20 века кардиганы распространились по всему миру. Тогда наблюдалось повальное увлечение вязанием. Журнал «Бурда» и подобные ему издания часто публиковали схемы вязания кардиганов. В этом аспекте модели ручной работы оказались на вершине славы. К 70-м годам кардиганы стали более тонкими и короткими и выполнялись из ангоры, махера, тонкой шерсти и тому подобных материалов. Последнее десятилетие 20 века вернуло моду на забытые в 80-х кардиганы. В начале 90-х годов в моду вошел стиль гранж, и главным законодателем моды на кардиганы стал лидер группы Нирвана Курт Кобейн. Он регулярно появлялся на мероприятиях и концертах в вытянутых шерстяных изделиях на пуговицах. Благодаря популярности группы и стиля гранж, эта модель на несколько лет стала одной из самых модных как среди мужчин, так и женщин. Мужские кардиганы являются элементом не только повседневного, но и делового гардероба. Классические однотонные модели темных цветов традиционно надевают поверх белых, бледно-голубых и светло-серых сорочек в сочетании с брюками строгого покроя. Рукава рубашки должны выглядывать из-под кардигана на 1-2 сантиметра, а уголки воротника оставаться под ним. В традиционном варианте галстук под подобный комплект не надевается, но в настоящее время многие дизайнеры предлагают и такую комбинацию. В офисе кардиган должен быть застегнут на все пуговицы, кроме последней. При сочетании с галстуком рубашка застегивается полностью, а при ношении без галстука одна верхняя пуговица остается расстегнутой. И если вы еще думаете, что вам надеть сегодня в сырую погоду, вспомните о 7-м графе кардигана и его гениальном изобретении. І знову, як це не сумно, ми змушені говорити про зиму. А точніше, не тільки про зиму, а про погоду, яка за вікном. І не тільки про погоду. А ты знаешь, кстати, что многие люди очень любят зиму. И многие люди очень любят, когда холодно. Да, да. И даже когда промерзло и мокло, да. Очень многие люди любят дождь. Вот, например, моя родная сестра, она обожает, когда идет дождь. Особенно в феврале. Ты представляешь? Она просто испытывает какое-то несравнимое ни с чем благоговение, когда идет февральский дождь. Нам не понять, мы не любили, но тем не менее, такие люди действительно существуют. Единственное, что я могу сказать и относительно всего того, что ты сейчас озвучила, это... Ось що. Якщо людям так подобається погана погода, то або вони невиправні оптимісти, або у них є шикарний, зручний, модний і комфортний верхній одяг. І про те, і про інше далі поговоримо разом з торговельно-розважальним центром «Дафі», куди традиційно запрошуємо всіх небайдужих. Ну як? Вот так вот. И ты понимаешь, люди они как? Они либо неисправимые романтики и оптимисты, либо все у них хорошо, в смысле дубленочка есть. Или пуховичок. Или пуховичок. Угу. Или шубка. Шубка. Или плащ непромокаемый или, какой-нибудь. Или колготки с начесом. Тоже, кстати, спасает. Не спускается с подиумов, она приходит к нам с улиц. Именно улица со своим разнообразием и непосредственностью диктует тренды, являясь бесконечным источником вдохновения. И в наступившем холодном сезоне дизайнеры черпали свои идеи именно там. Family Look только набирает модных оборотов, но уже успела зарекомендовать себя как тренд 2016. Это особо модное направление, которое рассказывает свою историю о единстве семьи. Дизайнеры создают целые коллекции с парными комплектами для детей и их родителей.
Тенденция оверсайз, полюбившаяся в прошлых сезонах, осталась, вытеснив при этом приталенный силуэт. Но зима требует тщательной адаптации трендов к реальной жизни, поэтому модные цвета сезона – это все приглушенные и темные цвета. До 22-ї приходь у Дафі, попоїсти та розважитись практично задарма. Метро Героїв праці. От натурального меха и отдали предпочтение искусственному меху. Но он был бы очень скучным, если бы не принт леопард. Сочетайте леопард с черным, бежевым, белым, и это будет всегда стильно и актуально. Даже зимой можно выглядеть эффектно. Одевайтесь для себя, а не для окружающих. И следуйте нашим модным советам. Ось і прийшов час, коли ми змушені сказати вам до побачення. Чому змушені? Тому що, відверто кажучи, саме сьогодні чомусь нам цього не дуже хочеться. Хоча зазвичай, коли програма «Сноб» закінчується, коли закінчується наш робочий час, ми завжди кажемо це з задоволенням, але чомусь саме сьогодні нам би хотілося залишитися тут якомога довше. Але тим не менше, ефірний час програми залишився позаду. Я тебе більше скажу, як тільки наш оператор виключить камеру, я сюди не уйду. Я куплю і вот этот цветочек, і вот этот плющ, і пойду ще посмотреть вот ці в'ющиеся, плетучиеся растіння. В общем, я здесь до вечора. Або, як кажуть на Русі, упаду лицом в салат. Або в плющ. Зможеш? Смогу. Зможеш. Програма «Сноб». Настя Демидова. Блэкджек, и главное, не забывайте, вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Особливу подяку мы висловлюємо торговельному центру «Цветочный дом», где мы сьогодні и знаходились. И, як завжди, в фіналі традиційно. Хочеться ж якось... Хочеться. Цветов сначала мне купи. Залишайтесь примхливими. Я вот думаю... Ми з тобою в лютому, пам'ятаєш, хотіли поїхати в Таїланд. Що значить хотіли? І в мене я все ще хочу. І ось в мене тепер така пропозиція. А може, ну його, Таїланд. Дивись, для чого? Приїхали сюди, тут і каву тобі зроблять. І це значно дешевше, ніж Таїланд. І тут, дивись, тут тобі і ось такі рослини. І ось, дивись, такі. І якщо хочеш навіть, дивись, можна ось... Замість там якогось анчоуса або... Я і поняти не можу, на що ти намікаєш. Або креветок на пляжі в Паттайі. Ось, дивись, такий тобі подарунок заміокулька. Ага, і все. Заміокулька, кстати, хороша ціна. Для чого? Для заміокульки. Заміокулька? Да. Це прекрасна ціна. Заміокульку я візьму, а в Таїланд ми все одно поїдемо. До побачення.